хорошая проверка для нас игрового действия. Ну, Енисей сегодня выдал потрясающую защиту. Очень было сложно сегодня забить. И они очень хорошо ставили блок. То есть командная игра была супер классная у них, за что мы им очень благодарны. Не ожидали такую игру, на самом деле, перед плей-оффом, но будет чем задуматься, какие-то ошибки подкорректировать уже на тренировочной. У нас осталось не так много времени, к сожалению, для плей-оффа, но игра показала некоторые моменты, где надо все-таки корректировка больше для плей-оффа. Игрой, в принципе, доволен. До определенного момента мы контролировали ее, но внеслись физические нам проблемы, с которыми мы, к сожалению, не справились. Нам надо было 3-0, 3-1 выигрывать. То есть только такой результат. Шло все к этому. Девчонки настроились отлично. Все установки, которые мы... Они все выполняли. Просто... Ну, то есть девчонки сделали все, что могли. Появляется нервозность и какая-то небольшая растерянность в площадке, потому что ты не ожидаешь такой игры от соперника, и поэтому это как-то даже необычно становится. И ты думаешь, так, что же сделать дальше, как исправить ситуацию. Ну, собственно говоря, вот мы пытались исправлять ситуацию 5 партий, хотя должны были сыграть быстрее. Просто игра плохо играли, кроме элемента блока, где играли, в принципе, хорошо, все остальное, особенно в атаке. Причем, можно сказать, что противник защиты играл очень-очень хорошо. Очень-очень обидно, что так получилось. Нам не хватило всего одной партии, чтобы попасть в плей-офф. И как бы очень грустно, печально от этого. Наверное, со своими эмоциями не справились и проиграли. А пятую партию уже, наверное, расстроились, что уже упустили свой шанс. И немножко где-то уже руки опустились, и уже перестало все получаться. Выходили как бы биться за каждый мяч, что есть шанс, у всех есть шанс. Неважно, какая команда, просто биться за каждый мяч. А там уже как будет. У нас было все в наших руках. Одна партия, и все, и мы уже там. Но все-таки прошлый сезон был не такой, как этот сезон у нашей команды. Поэтому мы хотим только побед, медалей. Поэтому постараемся сделать все, что в наших силах в данной ситуации. Наше второе место вполне заслуженное. Хотелось бы еще лучше, но сейчас уже имеем то, что имеем. Поэтому стремимся только на лучшие результаты.